Если бы сегодня у нас было столько же дисциплинированных полков, сколько имеется резолюций, то мы могли бы воевать против империалистов всего мира. Короче говоря, необходимость создать новую социалистическую армию ни у кого не вызывает сомнений. Но мы только говорим. Говорим, говорим, пишем резолюции, а дело стоит. Хватит. Я не закрою заседание, и никто из нас не уйдет из этой комнаты, пока не будет принят декрет. Я комиссар Всероссийской коллегии, у меня мандат от Петросовета. О, господи, да у меня у самого три мандата. От Вигжеля, Вигжедора, от ВРК. Не буду я их останавливать. Это оголтелая публика, фронтовики. Пускай себе едут с Богом. Видите ли, у него мандат от Петросовета. Какой Петросовет? Гражданин комиссар! Гражданин комиссар! Это нельзя! Что вы придумали? Этого нельзя, гражданин комиссар! Гражданин комиссар, вы хоть объясните им, что это не я, что это... Да не тряситесь вы, ничего вам не будет. Вы сами тоже трясетесь. И это другое дело, у меня малярия. Кто ты то из-за столовку давал? Вот тебе, наше фронтовое спасибо. Что делаешь? Благослови этого, Кощей! Поднеси ему окопного гостинца. Ну, брось! А ну, брось свою кастрюлю! Я тебя, негодяя, запомнил. Я тебя судить буду за твое преступление! Заткнись! Из-за жизненных, почему ты поезд задержал? Товарищи, вот. Помогите раненому человеку. Товарищи фронтовики, я комиссар Всероссийской коллегии по формированию Красной Армии. На все вопросы! Фамилия моя Амелин, звать Дмитрий. Я на все вопросы отвечу после. А сейчас на митинг в помещении буфета. Товарищи фронтовики! Но! Вам, конечно, обидно, что я остановил эшелон, прервал ваше путешествие. А мне? А советской власти не обидно? Вы оголели фронт, снялись с позиций, не по чьему велению, по своему хотению, нахально погрузились в эшелон и айда в тыл! А теперь кричите о своих правах! А права-то у вас шаляпинские! Это как понимать? А? Очень просто! У кого вас здоровше, тот и прав! Интересная публика! За царя отечества воевали, а за советскую власть не желают! Ну правильно! Она же силком на фронт не гонит! Своя, рабоче-крестьянская, плюй ей на голову! Она родная стерпит! Товарищи, товарищи! А вы можете легко и просто доказать, что я на вас клепал напраслину. Очень просто. Значит, такое дело. Совет народных комиссаров и лично товарищ Ленин издали декрет. Для защиты республики у нас будет своя социалистическая Красная Армия. Эта армия строго добровольна. В нее принимают сознательных граждан. Вот. Стоящих на платформе советской власти. Жалование 50 рублей в месяц. Вот, вот, я предлагаю, предлагаю.
этому вашему 38-му гренадерскому полку немедленно вступить в ряды Красной Армии. Прошу подходить записываться. Я гренадер Мясоедов. И я скажу, армия должна питать солдата. А какой нам суп дают? Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой. Суп рататуй, хочешь ешь, хочешь плюй. Чепуха какая. Я, кажется, ясно объяснил. А вам как горох об стенку. Кто у вас командир полка? Нет, ути. Мыши съели. А полковой комитет есть? Нету ти. Как это нету ти? Есть. Выбирали. Полковой комитет имеется. Нету ти. Товарищи, кто у вас главный? Нема главного. Все главный. А зачем нам главный? Пусть так. Обращаюсь к вашей революционной сознательности. Объясните. Хорошо, товарищ комиссар Амелин Дмитрий. Сейчас я им все объясню, а попутно тебе. В русском языке имеется 1,5 миллиарда слов. Это вычислил ученый. Какой? Менделеев. Но он так и не смог определить, какие из них два слова самые дорогие. А ты можешь? Вот так сразу? Нет. А я могу. Сразу. Два самых драгоценных слова – это свобода и воля. О, точно! Революции дала им свободу и волю. А ты хочешь забрать назад? Армия есть неизбежная страшушка, которая перемалывает людей в серую крупу. Армия никому не нужна. Нужна сознательная, вооруженная личность. Такая, как ты? Как я. Как я. Чтобы в любой момент пойти и умереть за революцию, но по своей собственной воле, без твоего кнута и хмута. Во, правильно! Правую точку! Давай, давай, Балфлот, стриги его под ноль! Товарищ! Отпнись, комиссар! Кого вы слушаете? Это же анархия! Он анархию проповедует! Кого вы слушаете, товарищи? Да, анархия. Я член партии анархистов. Что? Не нравится? А когда зимний, вместе с вами брали, вам нравилось? Если хочешь знать, меня сюда Центробал прислал агитатором. Агитатором? А за что ты тут агитируешь? Он тебя за этим прислал? Саботажник, вот ты кто. А кричишь ему за революцию. Ну, это... Я никогда не кричу. Это ты кричишь. Кто готов умереть за революцию, это мы сейчас увидим. На, рви кольцо. Рви. Я в такие игрушки не играю. Боишься? Ну тогда я сам. Братство! Не надо, Володя! Не надо! Не надо, так не надо. Ты мне не поверил, товарищ комиссар. А я в самом деле согласен умереть за каждую свою идею. Ты дурак. И идеи у тебя дурацкие. Я больше. Я скажу, армия нужна. А вы никому не нужны. Вы всякий трен. Ты же тыск, ребята. Я уйду от вас, к чертову матери. Пойду в Петроград. Пойду в настоящую Красную Армию. Ищешь тебе полегче? Какой же ты после этого большевик? А я знаю, какой. Тебе такой большевик не хочется? Переклина, лепи себе маленький большевик. Они будут все такие, как тебе хочется. А у него одна забота. Как нас знов у
у окопы затягнуть. Копить? Я 4 годочки воевал. Раненый, контуженный, газом травленный. Его с шагособе завоевал. О, бачишь? А у нашего пана Дявульского, я сам спалился, 3000 десятин. Это кольки можно голодного люду притулить и осчастливить? Эх, браточки, поехать бы нам туда усим полком. Жили бы мы у сердечной дружбе. Вместе бы сеяли, вместе бы жали. А у раке рыбка, а у ульях мед. А вечером выйдешь с хаты, у небе луна, як яечечка. А что тебе армия? С кем воевать? А? Война-то уся. Товарищ Ленин, я ее скончил. И сказал мужику худко ехать до дому панский майонток делить. А ты против? Да ты не от Ленина. Ты дорогим его именем прикрылся, а сам от чужих приехал. Тебя убить надо. Браточки, его треба расстрелять и ехать себе далей. Бей ему контру, нечего на него глядеть! Дай ему кощей души, чтоб мозги на стенку полезли! Да глядите! Я злочинься сейчас стрелять у нас хочет! Ну, ну уж так уж и стрелять! Напугали парня до смерти! Допустите вы его, ради бога! Точно, пускай катится! А ну, чаши! Ну. Еще отвечать за него! Давай, вали отсюда, капитан! Чеши, пока живой! Давай! Иди, иди! Проваливай! Ну, давай, давай, иди! Быстро, иди! Иди, отвадим! Пусти его, сучка! Граждане свободной России! А чего вы, собственно, ржете? Комиссар-то правильно говорил. Государство без армии — это урод, черепаха без панциря. Каждый рад ее склевать. Кому нужна советская власть, вам, обормотам, так защищайте ее. Землячки, он нас позорит, разводит наглую контру, а мы ухи развесили. Да кто его элементов в комитет выбирал? Тихо! Тихо! Гражданина Кутасова мы в комитет выбирали! Третья рота! За его боевую храбрость, за его человечность. А если он против Шарски говорит, как он всегда такой интересный человек. Ну так какая будет наша резолюция? Товарищи, я комиссар Всероссийской коллегии. Среди вас есть хоть один большевик? К партии не приписаны, а сочувствие имеем. Вот, узалили? Жалили. А что надо-то? Нужно и даже необходимо угнать сейчас же, сию же минуту, этот паровоз. А фронтовиков, стало быть, тут оставим? Да. А потом они нам с тобой секир башка. Они не успеют. Не успеют. Ну, садись, комиссар. Спасибо, я здесь останусь. Как хотите. У вас кины у кого-нибудь нет? Чего нет, того нет. Малярия ужасно крутит. Братцы! Паровоз угнали! Братцы! Братцы, паровоз угнали! Братцы! Это комиссар! Комиссар! Туда! Беги туда! Кощей, это комиссар! Ас! Ас там пришел! Шлепнуть не
его! Пришибит, гаденыша! Кощей! Кощей, смажь его по кумполу! Дай ему! А это еще что такое? Не трогать комиссара! Мы полковая фракция большевики! Мы не позволим! Ума, друг, ты же не понял! Он черная душа паровоз угнал! Все равно убивать не дам! А это комиссар. Всех обштопал. Браточки! Да я лишь щель, мы заговорились. Га ты нам глаза отводил, а га ты тем часом паровоз увел. Уж шельма! Чапай его, хлопцы! Арестовайте комендантика! Снимайте вас в грую! Судить его! Судить солдатским судом! А ты, оказывается, политик. Словами убедить не смог, решил обманом загнать в свою добровольную армию. У вас хины нет? Ах, да. Простите, пожалуйста. Шагай, ваше благородие. Шагай, шагай. Товарищ Чисов. Я не часовой. Я гренадир. Уно партс. Матрос, ты в корне не прав. А я не матрос. Я гренадер Уно Партс. Красная армия не уничтожит свободную личность. Она даст простор. Ты умный потом. Надо было тогда так красиво сказать. Теперь молчи, спи. Я гренадер Уно Партс. А ты кто? А я тоже. На марске есть? Айдайте с нами! Тульки! Эй, тульки, пойдем! Вы скобари, нам недалеко. Где были в вагон? Мы зеленый шишка, фронтовики, позиционеры. А мы на своих двоих, ходячим паром. Через стоп нельзя, там может немец. Ты, Уно Ганцыч, при своем комиссаре прямо как цепной бобик стал. И какой тебе в этом интерес? Есть один интерес, но это секрет. А ты поделись. Я ведь, знаешь, не из колокольчиков, языком зря бить не буду. Австрийские ботинки, двойные подметки спиртовой коза. Тут медные соклепочки. Вот тут и вот тут стальные подковки. Завтра, ну, больше завтра, комиссар будет получать целый вагон такие ботинки. Да тут добровольцам Красной Армии, а больше никто не дадут. А мне, да тут... Два пара. Иди ты. Австрийский. Это же неизносимая обувка. Петька, слыхал, какая весть? Уно Ганцыч, чему можно? Он мужчина кремень. Трепать не будет. Слышь, Уно Ганцыч говорит, комиссару слава.
скажите, пожалуйста, где я могу найти подпоручика Кутасова? Кутасова? Николай Павлович? Да. А чего его искать? Он здесь, а под арестом сидит. Суда ждет. Какого суда? Революционного. Возмездие ему, значит, будет. Кутасову. Фигурная дамочка. Кто ж такая? Жена или так? Да брось ты, при нем можно, это гроб-могила. Так ты говоришь, двойные? Двойные подметки, да. Спиртовой коса. А заклепочки, значит, медные? Да, два штука. Вот тут и вот тут. Видал? Я жена подпоручика Кутасова. За что вы собираетесь судить моего мужа? Вы его мизинца не стоите. Как вы могли? Нет, как вы посмели? Он три раза ранен, у него два Георгия. Нет, не в этом дело. Он Керенскому отказался присягать, а вы тут пьянствовали всю ночь. Почему пьянствовал? Вы думаете, я ничего не вижу? Вы думаете, я слепая? Вон у вас руки дрожат. Посмотрите, вон какие у вас круги под глазами. Это вас надо судить, вас! Ой, господи, боже мой. Боже мой, боже мой. Не сажал я его. Боже мой. Меня самого вчера чуть не шлепнули. То есть как? Я думал, что вы комиссар. Я и есть комиссар. Как бы вам выразить? Они вот меня не слушают. Что же вы мне сразу не сказали? Не признают. Господи, перед этим ничтожеством, перед этим пустым местом я унижаюсь битый час. Земляки! А я уж думал, вы дома! Чего ж вы назад-то, а? Ботинки дожидать? А встрит с кем? Комиссару вагон ботинок едет. А? Браточки, ну не вам же одним. Наши роте так само. А? Ну чего там больше вылупился? Новые ботинки. Какой вагон? Какие ботинки? Я придумал ботинки. Ты боялся, ребята идут. Теперь никто не уйдет. Я их поймал, как мухи, на липкую бумагу. Товарищ юный, разве можно так? Если уж большевики начнут народ обдуривать. Тогда вообще, большевик всегда говорит правду, даже если она самая неудобная. Товарищи, насчет ботинок! Нет у меня никаких ботинок и не будет! Выдумки все это! Рассказывай! Все равно не уйдем, своего дождемся! Реквизируем твои ботиночки! Я даю вам свое честное слово! Нет у меня ботинок! Не хочешь вам сказать? Хитрый, как лисица. Ну, пойдем, ребята. Ты хитрый, Митрий, но дядя Семен тоже умен. Вот видишь, что ты надел? Открывай. Почему такой открывай? Будешь пререкаться, сам туда сядешь. Я комиссар полка, понятно? Гражданин Кутасов, вы, конечно, свободны. От лица советской власти извиняюсь за постигшие вас беззаконие. Значит, полку переворот, к власти пришли большевики. В общем, я комиссар полка и точка. Понятно, поздравляю. Наташа, разреши тебе представить, мой друг и единомышленник, комиссар полка Амелин. А мы уже знакомы. Да-да, мы просто погорячились оба, правда? Но я на вас ни чуточки не в обиде. Я тоже. Знаете что, приходите к нам пить чай. Спасибо. Приходите. Коля, ты знаешь, я сняла комнату очень приличную. Правда, правда, очень приличную. И совсем удобно. Ты свой
мешочек-то убери. Тут мое место, родной. Не надо было в бега пускаться. Побегли, да воротились. Не тебе одному ботинки дожидать. Вот и жди до второго пришествия. И жду. Эх, имел бы я бумажку, закурил бы. Да жаль, табачку нема. Надо меньше петь и свои иметь. Ну, дай хоть из трубочки потягнуть. Трубка, Лёша, тишину не дам никому. Черт не русский. Ты сам черт не русский. Жила чухонская. Белорусский пульба. На. Мужики, айда не саяд вас судить! Почему так? За объедение своего взвода. Шестеро банок выдали, а он их беспощадно съел. Перенесение святых мощей преподобного Серафима его императорским величеством, государем, императором в Саровский Успенский собор. Я все читаю. Я даже вот в типографию поступил, чтобы прочесть все книги, которые напечатаны. Я тогда воображал, что от хорошей книги человек возвышается, становится не такой, как все. Не может проявить низость. Буянство женщину не может обидеть. А по правде говоря, я сейчас так думаю. Хотя, может быть, это ерунда все. Ух, и трудно вам будет у нас, ой, как трудно. Где у вас? В армии. Армия — дело грубое, жесткое, я бы даже сказал, жестокое. В каком смысле? Она приказывает людям умирать и не спрашивает их согласия. Буржуазно? Да. А Красная Армия добровольная? Здесь каждый знает, на что и за что он идет. Милочка моя, это вам хочешь, чтобы так было? Потому что вы человек добрый. Вот вы говорите, добровольное. Ну что ж, хочу воюю, хочу нет. Дудки, вот начнутся серьезные дела, и вы тут же введете воинскую повинность, никуда не денетесь. Повинность, слово-то какое-то обидное. Знаете, Николай Павлович, за свою советскую власть пролетариат без принуждения будет воевать. Над письмом вдалек и к ней сердце забьется, и вспомнишь ты Париж и напев страны своей. В путь, кончен день забав, поход пора. Целься в грудь, маленький зуав, кричи ура. Много дней, веря в чудеса, Сюзанна ждет. У нее синие глаза и алый рот. Наташка, что это ты поешь? Да так, песня. Она для строя годится. Напиши мне слова, ладно? А то они поют черт знает что. Царь Германский, тетушку Аглаю. Новых-то песен нет. Вот, видите, вам тоже хочется новое. Конечно, новое. Новая армия. Новый дух, новые люди, но основы-то, законы-то войны остаются старыми. Законы тоже будут новые. Война ведь революционная. Ну, знаете ли, вы человек штатский. Что такое законы войны, понятия не имеете, а уже знаете, как их изменить. Поразительно. Коля, Коля, Коля. Если бы вам велели построить новый курятник, ведь не взяли же?
И вы с рубанком в руках не держали, а строить новую армию беретесь. Это профессия. Наука. Понятно вам? Я, может, чего не понимаю. Но я хочу. А вы умеете и хотите? А твой комиссар в меня влюбился. Ах, ах, ах. Тебя в макаку все влюбляются. Все не все, а вот он влюбился. И он похож на Алешу Карамазова. А что будет, если я в него влюблюсь? Что тогда будет? Тогда я его застрелю. Читай. Приговор полкового суда за съедение взводного пайка консервов, который был выписан на весь взвод, солдата Мясоедова, как мародера и грабителя своих товарищей, казнить через расстрел. Ну что, вольный альбатрос, это и есть твоя свобода и воля? Я был против. Это в них играет озверелая мелкая буржуазность. Такие же рабы консервов, как и он. Если сейчас на Марсе какой-нибудь головастик лупится в телескоп и видит весь этот гротеск, какого же постыдного мнения он будет о человечестве? Пху! Ему мало стрелять, вор проклятый. Ему надо рука перед смертью рубить, как Финляндия. Ты читай до конца. Там у нас все законным способом. Ясно. Теперь слушайте меня. Вот ваша Филькина грамота. За этот самосуд я вас могу и обязан отдать под трибунал. Но я сделаю по-другому. Я, как комиссар полка, распускаю ваш комитет за дурость, за свирепость, за круглую неспособность руководить массой и назначаю вам командира полка! Понятно, товарищ большевик. Еще один шаг вдаль от свободы. К пьедесталу власти. Того, что назначаешь. Полк, слушай мою команду. Поротно, в колонну по четыре, становись! Первая рота, становись! Третья рота, становись! Четвертая рота, становись! Вторая рота, становись! Пятая рота, становись! Иди сюда, иди сюда. Ребята, с завтрашнего дня начинаем полковые учения. Позиционная окопная война позади. Готовиться надо к войне маневренной, полупартизанской, в лесах, на железных дорогах, в селениях. Через 2 часа командиров рот прошу собраться в помещении буфета. Остальные вольно! Разойдись! У
вас что, телеграф не работает? Мне нужен комиссар Амелин. Малярия. Ясно. Как очнется, передайте. Муштра, опять долбежка. А комиссар где? Заварил эту позорную карусель, а сам в кусты. Комиссар болен, малярия. На меня можешь не рассчитывать, гражданин подпоручик. Я в этом принципиально не участвую. А я бы вас и не пустил в строй. Одета не по форме. Мне нужен солдат, а не адмирал Нельсон. Я не адмирал Нельсон. Хотя бы потому, что у меня во лбу два глаза. И каждым из них я тебя вижу насквозь. Вот так. Вперед! 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 Гражданин полка, патроны кончаются, а боеприпасы опечатаны. Погоди, Камышов, ты в армии не первый день. Подойди как положено, отдай честь. Слушаюсь. Что? Честь? Товарищи, вали все сюда! Землячки, вали сюда! Золотопогонная измена! Он заворачивает к старому режиму! Честь ему отдавать! Мы для него быдло! Мы для него хамье! А он для нас ваше благородие! Ваше высокоблагородие. Я ведь теперь вроде как бы полковник. Эти шуточки брось! Зародыш Бонапарта! Он хочет на нашем горбу шагнуть к пьедесталу власти! Хватит! Произдевались! Долой! Ах ты! Дисциплина бьет нижнего чина! Накося выкусить! Точно! Царский опричник! Браточки, мы ж перед ним хлопы, а он над нами пан. А нехай он сам честь нам отдает, усему нашему полку. В тот же год мама померла, не поболела нисколько, ни одного дня. Так ведь это хорошо. Полежала бы, отдохнула перед смертью. Она всю жизнь отдыхала. Я тогда решил, если я женюсь, я жене не велю работать. Все сам буду. Пол помыть, сготовить, это я не стыжусь.
она, чтобы светила в нашей жизни. Вы ведь знаете, есть такие женщины, от которых в доме не только тепло, но и свет. Дай Бог вам счастья, но таких женщин не бывает. Бывает. Комиссар! Беги скорей! Командира полка хотят убивать! Последний раз предлагаю. Отдай трудовому народу честь. За свое ослиное упрямство ты можешь заплатить башкой. Ничто! Он не только честь. Он зараз нам у ножки поклонится. Давай. Командир, отдай ты им честь, ну их к лешему. Отдай, не связывайся. Да отдай ты им честь. Честь я никому не отдам. Она у меня одна. Отдашь, а где другую взять? Отдашь, зараз отдашь. Альбо честь, альбо Богу душу. Зачем плачешь, молоденький девчонка? Все хорошо. Все хорошо. Отдание чести категорически запрещено. Зачем оно вам? Это что, тоже закон войны? Да, закон. Вообще надо понимать, с кем вы имеете дело. Это пока что еще не воинская часть, а так, шарага. Нет, милочка моя, вы тут ошиблись. Это полк прекрасный, бывалый, дружный. Я бы с ним до Индии дошел, как Александр Филиппович. Какой Александр Филиппович? Македонский. Сюда. Опять сюда не пойду. Опять 25. Все наши большевики пошли по ротам народ успокаивать. А вы посидите тут. Это пока единственное для вас безопасное место. Да нет, я не прав. Тут мыши, а я их боюсь. Ну, я тогда не знаю. Ну, хотите, я вам кошку принесу? Кошек я тоже терпеть не могу. Почему они на него? Ведь он хороший, знаете, он добрый. Можно я вас посижу, а то мне одной страшно. Наталья Владимировна, зачем вы спрашиваете? Вы не переживайте, как-нибудь уладится все. Это вам его еще утром принесли, когда вы бредили. Вот тут написано срочно. Господи, они всегда пишут срочно. Плохие новости? Уже не бывает. Хоть бы Николай Павлович был. Ну что я один могу? А я говорю, комиссар, реши! Реши! Как же? Извините за беспокойство. Мы к тебе пришли как полковой комитет. Я распустил ваш комитет. Слушай, не петушись. Без комитета сейчас нельзя. На нас идут немцы. А вы откуда знаете? Эти сведения секретные.
Пойди на улицу. Одевай очки и увиди свой секрет. Без очки тоже увидишь. Marschiert weiter! Denk, ich stehe um die Kälte schon zum Eis. Aufpassen da hinten! Hier ist es glatt! Passt auf die Pferde auf! Zu Befehl! Ich habe euch gesagt, ihr sollt aufpassen, hört ihr nicht? Чистовой! Часовой! Часовой! Ну где часовой? Найди его! Николай Павлович, где часовой? Побежал воевать с немцами. И ключи унес! Я сейчас! Не надо! Что? Говорите быстро, что происходит. Немцы! Это я знаю. В версте! Примерно полк! Так уж и полк? Ну, батальон! С артиллерией? Да, 6 орудий. Что думаете делать? Наши к бою готовы. Умрем, а станцию не отдадим. Приказ будет такой. Не умирать, станцию сдать, уступить без боя. То есть как это? А вот так и никак иначе. Их больше, они сильнее. Значит, ударить внезапно в самом неожиданном месте. И обязательно выключить из боя их артиллерию. А не то нам капут. Поставьте один пулемет на водокачке. Ну что мы так разговариваем? Я сейчас. Ну, успеется. Комиссар! Да? Ну что там? Сейчас. Значит так, один пулемет на водокачке и пулеметчиком туда этого растрепанного, ну, который... Ну, который настрелил. Вот, фамилия его Крапушонок. И еще нужен храбрый, сравнительно интеллигентный человек. А, матрос, братишка. Вот он сможет. Мудрит гэтый поручик. Ой, что робится, что робится, ты глянь. Загинем, усе мы даремно, загинем, як слепые кутят у лохани. Мы хотим получить 5 пульманов для лошади. И мы хотим получить 6 платформ для артиллерии. Яволь, яволь. Кроме того, мы хотим получить 30 чистых пустых вагонов Яволь. Для наших солдат. Яволь. Едут. Вагоны едут, едут. Как он ему. Яволь, яволь. Ай да Володька. Вот Володька, а. О, фармазон, а. Витта! Thank you.
Кулак, часовой, ключ потерял! Да черт с ним! Посылайте роту, ударяйте по обозу! Главное, не дать ему вести пушки! Понял! Ребята, пушки берем! Сейчас делаем ключ! Дима, вы что, очень хороший стрелок? Да нет, не особенно. Тогда спрячьте свой браунинг. Вы командир, ваше оружие, батальона и роты. И, конечно, голова. А пистолет — это личное оружие для личных дел. Ну что, отцы командиры, атаковать надо. Угу. За каждого немца положить 4 наших. Закон наступательного боя с закрепившимся противником. Видал? Прекратить огонь! Огонь прекратить! Будет говорить командир! Прекратить огонь! Попробуй объяснить им ситуацию. Солдатам! Ihr könnt aus diesem Wäschel nicht heraus! Versucht ihr das zu tun, geschieht sofort Folgendes! Как я говорю по-немецки? Не совсем правильно, но совсем понятно. Also, ich gebe euch 2 Minuten. Dann zähle ich bis 5. Allen, wer sich ergibt, garantiere ich das Leben. Вы о классовой солидарности скажите, о нашей революции, о том, что их обманывают капиталисты и помещики. Я не так хорошо знаю немецкий. Уно, друг, скажи им. Уно, скажи. Солдаты! Ihr seid von Kapitalisten und Gutbesitzer betrügt. Ihr wisst, in Russland fand die Revolution statt. Die Macht ist in den Händen der Arbeiter und Bauer. Warum tretet ihr gegen uns auf? Wendet eure Bajonette gegen Kapitalisten. Wir sind Klassenbrüder und wir dürfen nicht aufeinander schießen. Довольно, 2 минуты истекли. Ein! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Ты что делаешь? А ну прекрати мародерство! Ты же гражданин Советской Республики! Я гражданин. Моя хата небом крыта, ветром шита. Мои детки, як совета, не спять ночью с голоду кричать. Мне в этих сапогах не ходить, я бы их обменял на поросеночка. Ну на, зарой их в землю вместе с гатом германцем, коли это правильней, чем моим деткам отдать их ты. Черт с тобой, бери.
товарищи! Ребятки! Вы сегодня отогнали немцев! Я в вашем подвиге! Я дам телеграмму товарищу Ленину! Ура! Германские войска наступают по всему фронту! И республика в большой опасности! Я снова призываю вас! Вступайте в Красную армию! Кто согласен? Прошу поднять винтовки. Твоя взяла! Вот и ладно. Так, кто хочет сказать несколько слов к моменту? Чего говорить? Давай, пиши меня первым. Ты писать нечего, всем полком вступаем. Берешь весь полк? Беру! С радостью и удовольствием! Какое у нас сегодня число? С утра 10-е было. Какое у тебя 10-е? Это по-старому 10-е, а по-советскому 23-е. Правильно! Вот я пишу у себя в поминальнике. 23 февраля 1918 года. Товарищи, ну вот, если вы хотите коллективно, то нужна круговая порука. Есть такой параграф. За меня! Поручитесь! Я за вас ручаюсь. За меня поручаетесь? Поручаемся! И я за всех ручаюсь. Даже эта маленькая Карбушинская. Ай! Я, браточки, за вас, за всех поручаюсь. А, вот. Поручимся за Карбушонка! Волк никогда не может оглянуться назад, потому что так устроена анатомия его хребта. Но человек не волк. Он может и должен оглядываться назад на свои прошедшие ошибки, чтобы никогда их не повторять. Вчера я не хотел идти в армию. Но сегодня решил, что пойду. Вчера я ненавидел одного человека. Готов был порезать его с пулемета. А сегодня он гнал меня в бой за революцию. И я первый хочу поручиться за него. Это золотые слова. Товарищи, давайте с любовью и доверием поручимся за нашего геройского командира Николая Павловича Кутасова! Кочеткину! А где он есть-то? А где Кутасов? В Красную армию я служить не пойду. Вы думаете, я с жиру бежусь? Поверьте, теряю я, не вы. Я человек военный. У меня даже фамилия военная. Кутас. Кисточка на солдатском кивере. Аллах его знает, как я жить дальше буду. У меня, собственно, ремесла нет никакого, кроме военного. Нать, держите. Зачем другое? Ваше ремесло самое необходимое сейчас. Вы нужны советской власти. Она вам тоже нужна. Я же вижу. Нужна. И не только мне, всей России нужна. Тогда в чем же ваше препятствие, я не понимаю? А в том, что не сегодня, а завтра у нас начнется междоусобица. Без этого революции не бывает. И как сказано в одной умной книге, и пойдет брат на брата. Собственно, уже пошел. А я в этом участие принимать не желаю. Я готов драться с немцами, французами, готентотами, иракезами, за своими русскими не буду. А кто же для вас свои русские? Я или Каледин с Корниловым? С Корниловым и Калединым не знаком. А вот с их офицерами, многими, вместе учились, вместе сидели в окопах. И воевать против них не считаю возможным. Да эти ваши однокашники, они вам встанут хуже всяких иракезов. Наталья Владимировна, я с первого дня на Николая Павловича смотрю снизу вверх. И мне не стыдно. Что делать? Такой высокий человек, смотришь снизу вверх. А сейчас говорит. Думаю, как мальчонка рассуждает.
Ну неужели я умнее? Да-да, Дмитрий Сергеевич. Вы умнее, потому что вы комиссар, а я беспартийная шушбаля. Коля, Дима, зачем вы спорите? Вы же не знаете, что будет завтра. Ну хотите, я вам погадаю, сразу станет все ясно. Отстань. Ну дайте ваши руки. Нет-нет, надо левую. Впереди у вас долгая жизнь, блестящая карьера. Вы оба станете генералами. Красная армия, Наталья Владимировна, нет генералов. Наташа, довольна. Вам никогда не надо ссориться. Судьба велит вам быть друзьями. Вот эта линия самое главное. Вот это. Это линия жизни. Смотрите, смотрите, у вас совершенно одинаковая линия жизни. Значит, у вас одна судьба. Не надо больше ругаться. И все-таки, Дмитрий Сергеевич, линия жизни у нас с вами разная. Человека считай себя первым. Товарищи, бойцы, после принятия красной присяги и прохождения церемониальным маршем войска собираются. Я сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии. Я сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии. Перед лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить это звание с честью. Перед лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить это звание с честью.
Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину. Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину. Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких поступков, унижающих достоинство гражданина Советской Республики, и все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения всех трудящихся. И все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения всех трудящихся. Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Советской Республики. Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Советской Республики. И в борьбе за Российскую Советскую Республику, за дело социализма и братство народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни. Не щадить ни своих сил, ни самой жизни. Направо!